Бросайте курить, дорогие друзья. В тысячный и тысячный раз каждый врач своему курящему пациенту говорит эти слова. Но вас и ныне там. 70% мужчин Российской Федерации, до 30% женщин злоупотребляют этой пагубной привычкой. Приходя к доктору и жалуясь на свое здоровье, в частности на сердечно-сосудистые или онкологические заболевания, и при этом продолжая курить, возникает логический диссонанс. Вы на протяжении всей жизни плюете на свое здоровье употреблением табака и вдруг просите нас о помощи. И наши слова о вреде курения не всегда воспринимаете всерьез. Это ваш организм, вы с ним живете. И вы должны о нем заботиться. На 80% здоровье пациента зависит от него самого. Врачи лишь в трудную минуту, боку-припеку, помочь в сложной ситуации. Конечно же, на первую очередь выходит онкология. 90% всех раков легкого обусловлены табакокурением. 80% сердечно-сосудистых заболеваний обусловлено употреблением табака. Табакокурение стоит на первом месте, превосходя даже такие факторы риска, как сахарный диабет и гипертоническую болезнь, как фактор прогрессирования и развития атеросклероза. Что касается тех мифов, о которых нам рассказывают производители табака, о том огромном количестве легких сигарет, тоненьких, маленьких, с пониженным содержанием никотина, поверьте, вреда от них ничуть не меньше, чем от обычных сигарет. И все это доказано многочисленными исследованиями. В современном мире становятся очень модными так называемые электронные средства доставки никотина. Сейчас ведутся исследования, которые уже показывают, что они также оказывают пагубное воздействие. Да, количество канцерогенных веществ там может быть и меньше. Методы испарения могут быть другие, но тем не менее количество вредных, повреждающих факторов, количество самого никотина и канцерогенов, продуктов сгорания глицерина и различных ароматических масел, они также оказывают пагубное воздействие на весь организм. В очередной раз, доставая сигаретку из пачки и закуривая, вспомните о моих словах, вспомните о ваших близких. Зачастую забота о вас для них гораздо важнее, чем для вас самих. Дышите свободно, бросайте курить.